Всем привет, с вами учитель физической культуры школы 1420, Моисеев Егор Игоревич. Сегодня мы с вами выполним комплекс упражнений с волейбольным мячом. Не забываем про требования безопасности, свободное пространство вокруг вас, спортивную форму одежды и хорошее настроение. Поехали! Итак, начнем. Первое упражнение – перекидывание мяча между пальцев перед собой. Делаем приблизительно 10-15 секунд. Дальше мы это упражнение усложняем и делаем то же самое, только с движением рук вверх и вниз. Дальше мы с вами еще больше усложняем, делаем это упражнение с приседаниями. Примерно 5-7 приседаний будет достаточно. Хорошо. Следующее упражнение – вращение мяча вокруг головы. 4 в одну сторону, 4 в другую. Раз, два, три, четыре. В другую сторону – 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Вращение мяча вокруг туловища. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вокруг колен. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8. Усложним это упражнение, делая совместное вращение вокруг головы, туловища и колен. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. В другую сторону. Раз, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Хорошо. Следующее у нас упражнение. Руки в стороны и перекидываем мячик из одной руки в другую над собой. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4. Закончим. Хорошо. Следующее у нас упражнение. Вращение мяча вокруг ног с подниманием ноги. Упражнение начинаем. Раз, два, три, 4. Ногу. 5, 6, 7, 8. Еще раз в другую сторону теперь. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Хорошо. Теперь делаем вращение восьмеркой вокруг нашего. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. В другую сторону. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Следующее упражнение. Нужно, держа мячик между ног, ноги по шее поставить, поменять положение рук, при этом не дать мячу упасть. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Хорошо, закончили. Следующее упражнение. Держа мячик за спиной, перекинуть его над собой и поймать. 4 раза. С правого плеча, 4 слева. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Хорошо.
Следующее упражнение – подбросить мячик и выполнить хлопок. Раз, два, три, четыре. Теперь усложняем, делаем три хлопка. Раз, два, три, четыре. Следующее упражнение – нужно сделать хлопок перед собой, за спиной, перед собой и поймать мячик. Следующее упражнение – небольшие передачи, верхняя передача над собой. Примерно где-то полметра над собой, может быть, чуть меньше. Руки ставим треугольником и выполняем верхнюю передачу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончено. Где-то примерно 10-15 раз. Если мячик слишком далеко улетает, можно для начала просто мячик ловить, руки ставят треугольником и также набрасывают над собой. Показываю. Раз. Поймали. Два. Три. Четыре. Пять. Не забываю про работу ног. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Закончили. На этом у нас сегодня все. Но не забывайте выполнять каждый день физические упражнения. Следите за своим здоровьем. Будьте здоровы. Всем пока.